На стационарном посту ДПС «Ойский» в начале июля особое внимание большим автомобилям. Второй месяц лета начался с профилактического мероприятия «Перевозчик», организованного сотрудниками Ространснадзора и Госавтоинспекции. Из транспортного потока извлекаются большегрузные автомобили и пассажирские автобусы. Как показывает суровая статистика, именно крупногабаритные машины участвуют в самых резонансных ДТП. Задача инспекторов – проверить документы, разрешающие перевозку грузов, сверить фактическое содержимое фургонов, заявленных в бумагах. Но главная цель мероприятия – обезопасить пассажиров рейсовых автобусов. В последнее время одной из причин совершения дорожно-транспортных происшествий на пассажирском автотранспорте является нарушение режима труда и отдыха водителей. Сегодня Ространснадзором совместно с ГИБДД проводятся мероприятия на линии, целью которых является повышение эффективности контроля за обеспечение безопасной перевозки пассажиров автотранспортом, предупреждение гибели и травматизма людей на дорогах. Проверкам в рамках профилактического мероприятия «Перевозчик» подверглись и пассажирские автобусы, которые курсируют по нашему поселку. Инспекторы проверили добросовестность ведения документации работниками автотранспортного предприятия и наличие всего необходимого для безопасности пассажиров в салонах. Скажите, а где аптечечки, огнетушитель, знак? Сейчас, пожалуйста, вот знак. За период проведения оперативно-профилактического мероприятия сотрудниками госавтоинспекции возбуждено 17 дел в отношении водителей транспортных средств, осуществляющих перевозки пассажиров, а также 6 административных материалов возбуждено в отношении водителей, осуществляющих перевозку тяжеловесных и опасных грузов.